Казаки дежурили на пляжах, которые вечером были закрыты. Причина – штормовое предупреждение. На курорт мог прийти смерч. Его отголоски в виде молнии и дождя были заметны ночью. При такой жаре угроза появления опасных метеоявлений сохраняется. И власти Сочи призывают не игнорировать предупреждения спасателей. Если есть предупреждение, и если стоит бирка «пляж закрыт», то не надо заходить в воду, потому что смерч налетает очень быстро. И последствия могут самыми быть негативными. Сегодня мы еще раз эти вопросы все проговорили. Значит, с управлением курорта и туризма пришли к выводу, что сегодня будет проведена дополнительная работа с руководителями и арендаторами всех пляжных территорий. И все это делается только в целях сохранения жизни и здоровья наших граждан. Также на совещании обсудили взаимодействие всех служб в случае смерча и ливня. По поручению главы города они продолжают работать в повышенной готовности.